Топ-5 стран для лучших покупок недвижимости на берегу моря в 2021 году. По версии американского журнала Forbes, Северный Кипр занял лидирующее место в списке лучших стран для инвестиций в недвижимость. Лучшие в мире покупки недвижимости на берегу моря в 2021 году будут на Северном Кипре, в Колумбии, Бразилии, Мексике и Белизе. Таковы результаты Global Property Savvy 2021 Life & Invest Overseas ежегодного индекса, в котором подробно описывается, сколько стоит владение недвижимостью в лучших местах мира для личного проживания, отдыха или выхода на пенсию за границей. В исследовании рассматривается стоимость покупки квартир с двумя спальнями и двумя ванными комнатами, площадью от 70 до 100 квадратных метров, в районах, где иммигрант-пенсионер будет чувствовать себя комфортно и, вероятно, купит недвижимость. Первое место в этом списке занял остров Северный Кипр. Именно о нем и пойдет сегодня речь. Если вы мечтаете уйти на пенсию и жить около пляжа, или же инвестировать в недвижимость для сдачи в аренду и получения денежного потока в фунтах стерлинга, когда вы находитесь за рубежом, Северный Кипр предоставляет прекрасные возможности для этого. Это одно из немногих гостеприимных мест, где очень легко и легально можно купить недвижимость гражданам СНГ, а также сделать вид на жительство. Северный Кипр – это лучшее место в стоимости проживания по сравнению с другими странами, которые расположены у берегов Средиземного моря. Продукты питания, бензин, развлечения и многое другое не превышают среднюю стоимость в сравнении со странами СНГ. Также остров является одной из самых безопасных и гостеприимных страной мира с развитой туристической инфраструктурой, включая клубы, казино и роскошные отели, которые более доступны по цене, чем их аналоги на Южном Кипре, во Франции или Италии. Помимо невысокой стоимости всего, главные достопримечательности – это песок и море, а также 330 солнечных дней в году. Каждый, кто хоть раз приезжал на Северный Кипр, отмечает особо тихую, спокойную, а главное – безопасную жизнь на острове. Собственно, за этим сюда и приезжают. Для детей тут созданы все условия, инфраструктура позволяет детям в полной мере насладиться всеми прелестями солнца, песка, моря, бассейнов и детских площадок. Вы можете владеть двухспальными, новыми апартаментами, с видом на море и прямым выходом на пляж, всего за 75 тысяч долларов по текущему курсу. Но если вам достаточно квартиры-студии, соответственно, цена будет существенно ниже. Также можно приобрести недвижимость, оплатив первый взнос всего 30%, а оставшиеся выплачивать в течение 24 или 60 месяцев в рассрочку от застройщика, не переплачивая ни процента. Также интересно заметить накапливаемый ажиотаж среди покупателей и инвесторов на Северном Кипре, так как на сегодняшний день спрос превышает предложение. В большинстве случаев у застройщиков к завершению стройки объектов не остается свободной недвижимости. С года в год цена на недвижимость вырастает в среднем от 8 до 15%. Окупаемость недвижимости под сдачу в аренду происходит в среднем за 10-15 лет. Обратите внимание на Эскеле, на восточном побережье. Этот регион известен самым красивым и длинным песчаным пляжем в стране, а также своими фирменными блюдами из морепродуктов. Это хорошо развитый район со всей архитектурой для жизни и отдыха. Так называемый кипрский Майами. Но это лишь маленькая часть острова, подробнее о регионах мы расскажем в следующих видео, поэтому подпишись, чтобы не пропустить. А в конце видео хотелось бы добавить, что выход на пенсию на Северном Кипре будет означать для вас жизнь с более высоким комфортом, чем в странах Европы и Америки. Если вы готовы к приключениям на этом этапе своей жизни и планируете свой бюджет, чтобы купить себе настоящий роскошный стандарт жизни на одном из самых красивых участков побережья в мире, Северный Кипр должен быть на вершине вашего списка рейтинга. Ознакомиться с недвижимостью Северного Кипра вы сможете на нашем сайте dreamlife.su. Ссылка в описании под видео.
Большая часть информации взята из американского журнала Forbes.